Добрый вечер, дорогие друзья. Очень громко написано у нас в афише, что у нас презентация двух новых дисков. На самом деле презентацию мы приготовить не успели, потому что диски эти выпущены были так стремительно. И как-то мы сразу же уехали в турне. И мы очень надеемся, что значит, вот еще пройдет немножко времени, мы после этого придем в себя и сделаем такой большой концерт, когда пригласим авторов песен, которые мы записали на новые диски, и будет что-то такое большое, красивое, с застольем и с поздравлениями. А сегодня это, в общем-то, такой вполне себе рядовой концерт. Единственное, что бонус у вас у всех, это то, что вы первые в Москве, кто сможет вот эти диски долгожданные подержать в руках. Вот. Действительно, мы что-то так очень долго их делали. Сразу выпустили два альбома. Один называется «Мои ракеты» по песне Михаила Щербакова. «Мои ракеты», так они называются. Второй альбом называется «Вся земля». По строчке из песни Юлии Кима и Владимира Дашкевича из кинофильма «Пеппи. Длинный чулок». Соответственно, это взрослый диск, на нем даже написано 18+, потому что в нем есть песни с грубыми словами. Поэтому там стоит 18+. И детский диск, на котором стоит 6+. Условно детский. На самом деле там собраны песни, которые почему-то вот по каким-то причинам нашему поколению очень дороги. Это песни из кинофильмов, которые мы любили в детстве. И какие-то бардовские песенки, которые тоже вот... Ну, надо сказать, что я почему-то думала, что это диск на вырост, что вот он, ну, там, для подростков, ничего подобного. Мне вот из Минска, где мы не так давно были, уже пришло оповещение, что детки слушают с большим удовольствием, вот так вот уже крутят по кругу детский этот альбом, который вот, вот там трехлетний ребенок и шестилетний прям вот слушают, им нравится. Вот, это большая вообще, я считаю, удача. Вот, записали мы эти альбомы и отправились, значит, в вояж. Выехали мы 21 октября и поехали. Ну, сели в автомобиль вот с Евгением Николаевичем и двинули в себе. Значит, Вязьма была 21-го, 22-го Смоленск, 23-го Минск, потом Великие Луки, Себеж, Псков. И в Санкт-Петербурге уже 27-го, в воскресенье, два концерта. Вернулись мы еле живые, и вот сегодня как бы такое завершение вот этого самого вояжа, который мы назвали «Осенний марафон». Ну, уж коль скоро осенний марафон, то и начнем мы с музыки Андрея Петрова. Oh,
Еще одну для разминочки песенку. Забыла вам сказать, второе отделение нашего концерта по традиции составляете вы. Мы ждем от вас заявок, мы постараемся их выполнить в любой форме, в письменной или в устной. Вы можете нам их сообщить. Вот, мы в антракте подготовимся, и все, что сможем, мы споем. А если у вас не будет заявок, то мы и не будем петь тогда. Или споем что-нибудь по заявкам Евгения Николаевича. Еще одну для разминочки песню Михаил Щербаков. Спит Гавана, спят Афины, спят осенние цветы. В черном море спят дельфины, в белом море спят киты. Пусты собаки, снятся знаки зодиака, сладковатые на вкус. Тарарам, погаснет лампа у ворот. День уходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, посвист плетки, запах водки, кратко. Из детского нашего диска, очень мне дорогая, написал ее Игорь Гольдин, старинный мой приятель, автор из города Самары. Он довольно давно ушел из жизни, довольно молодым, но вот песенки его мы любим и поем. Такая песенка обо всем хорошем, что мы вспомним о нашем детстве. Карусель, карусель, посади меня в кисель. Так приятно в киселе, как у дедушки в селе. Никто не ругается, никто не ворчит. Щи в кастрюльке варится, яичница шкварчит. Карусель, унеси меня в апрель, чтоб сосулькой с высоты звонко шлепнуться в кусты, лужицы бездельницы на асфальт залечь и в прохожих целиться от пяток и до плеч. На тебя, карусель, кто где хочет, там и сел. Я у папы на руках и летаю в облаках. Мне не надо куртки.
точку, я не простужусь. Дайте на минуточку, слетаю и вернусь. Та-ба-да-ба-дам, та-ба-дам-па-парам, та-ба-да-ба-дам, та-ба-дам-па-па, та-ба-да-ба-дам, та-ба-дам-па-парам, та-ба-да-ба-дам, та-ба-дам-па-па. Карусель, карусель, карусельщик облысел, но как лысина чисты его детские мечты. Песня карусельная кончилась, друзья. Отдыхай, бесцельная фантазия моя. Та-ба-да-ба-дам, та-ба-да-ба-парам, та-ба-да-ба-дам, та-ба-да-ба-па, та-ба-да-ба-дам, та-ба-да-ба-парам, та-ба-да-ба-дам, та-ба-да-ба-па. Следующая песня принадлежит перу новеллы Матвеевой, и это, наверное, единственная такая классическая вещь, всем широко известная, которая записана на нашем взрослом диске «Мои ракеты». Песня-то известна не только любителям бардовской песни, но и вообще всем на свете, потому что в свое время пела ее замечательная, божественная Татьяна Доронина, которая вообще пела много песен новеллы Матвеевой. И, в общем, вот ее интонации, они, может быть, и в моем исполнении могут звучать неизбежно. Страшно люблю, мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался, но судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Течение дней, шелестение лет, туман, ветер и дождь, а в доме событий страшней нет, и стенки вынули гвоздь. Течение дней, шелестенье лет, мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе понять. На детском диске мы тоже записали одну песенку новеллы Матвеевой с музыкой Сергея Никитина. Одна из любимейших наших вещей. Я леплю из пластилина, пластилин нежнее, чем глина.
креплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак. Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: разве кукла виновата, разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато, ты сама и виновата, а никто не виноват. Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко. Я леплю из пластилина, приговариваю так: если кукла выйдет плохо, назову ее бедняжка. Если клоун выйдет плохо, назову ее бедняк. Вот стали мы записывать песни Новеллы Матвеевой и обнаружили, что очень много нам хочется спеть песен Новеллы Матвеевой, может быть, даже их записать, и, может быть, даже следующий альбом, который мы выпустим, будет целиком посвящен ее творчеству. Я просто хочу просто для собственного удовольствия, даже не для вашего, спеть одну ее песню, может быть, вместе с вами. Развеселые цыгане по Молдавии гуляли, и в одном селе богатом ворона коня украли. А еще они украли молодую молдаванку, посадили на полянку, воспитали как цыганку. Навсегда она пропала под тенью загара. У нее в руках гитара, гитара, гитара. Позабыла все, что было, и не видит в том потери. Ах, вернись, 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 но оглянись, по крайней мере. Ноги в пыльный бубен била звонко, и однажды из берлоги утащила медвежонка. Посадила на поляну, воспитала как цыгана, научила бить баклушки, красть игрушки из кармана. Медвежонок прижимает к сердцу лапу и просит денежонок. Держит шляпу вниз тульёю, так живут одной семьёю, как хорошие соседи. Люди, кони и медведи. И одна попона пыли на коне и конокраде. Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость. По ночам поют и пляшут, на костры бросают хворост. А цыганка добрым людям, прохожим, ворожит все, что было, все, что будет, расскажет, как сможет. Что же с ней беглянкой было, что же с ней цыганкой будет, все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет. Thank you.
Следующую песенку я услышала давным-давно, когда-то чуть ли не в пионерском лагере каком-то или во дворе, то есть в таком дворовом варианте. Я, кстати, также впервые услышала «Лошади в океане» Виктора Берковского. Я не знала, что это бардовская песня. Я думала, это такая сиротская песня про жалко лошадок. Вот. Ну и вот это тоже. Оказалось, что это песня Юрия Устинова, замечательного барда, на стихи Владислава Крапивина, детского фантаста, любимого нами. «Синий краб». Синий краб, синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него восемь лап, две огромные клешни и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыб, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов, все ищу залив, где водится мой краб. Ну зачем он тебе, этот страшный зверь морской? С ним в беду очень просто угодить. У него ужасный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. Сто ночей не усну, буду думать все о нем. Буду думать, буду плавать и грустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Вот в продолжение этой морской романтики детской мы записали на наш детский диск песню из кинофильма «Свистать всех наверх». Я очень люблю ее петь, и вы все наверняка пели в детских хорах, но все же пели в детских хорах. Даже невольно, никто не хотел, но все пели. И эту песню пели обязательно, а меня из детских хоров выгоняли. Понимаете, я в детских хорах не пела никогда. Меня оттуда выгоняли, потому что у меня плохая дисциплина, и я все время пою не то, что надо. Но вот я выросла и всем отомстила. Я, значит, записала сама весь детский хор на эту пластинку с аранжировкой Евгения Быкова. Вот там такие кружева. Вот. Но сейчас мы с вами грянем эту песню. «Цепи якорей звенят в порту». Александр Зацепин, Михаил Плецковский. Цепи якорей звенят в порту, верят корабли в мою мечту. Всем ветрам назло я спешу на зов дальних неизвестных островов. Снятся часто мне по ночам дельфины. Подари свои шторма, пусть до самых
звезд летит карман, палубу качай, с ног сбивай меня брызгами солеными звеня. Ну и, собственно, песня, с которой детский диск и начался. Мы ее поем много лет, она у нас много лет в репертуаре. Зритель спрашивает, а где же у вас на дисках эта песня? Ну вот, надо бы записать. Мы ее записали и обнаружили, что она с остальными никак не стыкуется. Она как-то выпадает. Ну, подумали, что ну и ладно, мы под эту песню напишем целый детский диск. Тем более, что давно пора. Точка, точка, запятая. Юли Ким, Геннадий Гладков. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Жить на свете мы за это не в ответе. Мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить, а потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел. Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь и конца пути не видно, но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, из вас. Добрый путь, дорога требует отваги, и мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая. Да. Все неправильно.
Конечно, ни один наш диск не обходится без песен Владимира Музыкантова. Это наш старинный друг, профессор Пенсильванского университета. Уже он сколько? 30 лет уж. Вот, но песни пишет по-прежнему, и мы записали на новый диск его новую песню. Вы ее ни разу не слышали, но мы сначала напомним вам старую, чтобы вы вспомнили, кто такой Владимир Музыкантов. Эта песня называется «Перечитывая Северянина». Песня Владимира Музыкантова, она называется «Война и мир». Лев Николаевич босой из бакалей с колбасой бредет вдоль поля, прозорливо глядя вдаль. Что нам сулит 20 век? Каков грядущий человек, его душа, физиология, мораль. Пока властитель дум гадал, в усадьбе назревал скандал, такой, что хоть под колесом товарника, устала я тянуть.
натянуть ярмо, противно заглянуть в трюмо, а ты опять купил дерьмо. Наверняка от шумной брани ошалев ретировался умный лев туда, где люстры не сияют с потолка. Щелчок щеколды, полумрак, броня крепка, не страшен враг, не отшумели песни нашего полка. Реминисцирует Толстой, он вновь поручик холостой, и карты веером расправила рука. И знает весь английский клуб, артиллерист цыганки Люб, и он к тузам дерьмо купил наверняка. Шалаш не рай, война не тир, очаг домашний не трактир, валет для дамы, колея для колеса. Кругами вниз ведет пунктир Вергилий, дай ориентир. Неси меня, леса, за горы, за леса. Там шепчут нежно голоса и безмятежны небеса, и невозможно друг без друга полюса. И невозможно друг без друга полюса. Еще одну песню мы записали, потому что давно она была в голове. Такое со мной часто случается. Некоторые песни, прежде чем быть исполненными, в голове по нескольку лет, а то и по нескольку десятков лет бывают, крутятся. То есть не бывает так, чтоб я вот услышала песню и вот и спела, и редко. Обычно это какая-то работа. Поэтому так мало дисков я и выпускаю, потому что у меня чуть-чуть в голове все время какая-то работа. И вот два таких произведения, которые 30 лет в голове лежат, и вот, наконец, наружу вышли. Это песня Петра Кошелева на стихи Тимура Кибирова «Лирическая интермедия» и песня Сергея Коношенко на стихи Сергея Купеева «Возвращение». Возвращение мы сейчас споем. Попробуем. Мы идем, наклонясь от сугробов к домам. Нас никто не встречает. Неужели зима за короткую память до самых ворот довела? И летит мокрый снег в отворот за короткую память. Над вечерним двором громко хлопает знамя пустым рукавом, замерзает белье и сужается жесть в черно-белый проем между двух гаражей. Мы идем, наклоняясь, как крылья сложив, нас никто не встречает. Слава Богу, что жив, и спасибо тебе за нетронутый снег на вечернем дворе, где стоит человек, где стоит человек. Там идет этот двор через боль в голове, начиная разбор между левым крылом, где мы жили с тобой, между правым крылом и больной головой. Пахнет пыльным сукном,
два пролета вперед. Мы тяжелую дверь слабой силой берем, от себя оттолкнув. Ничего, вот сейчас мы стоим пять минут, тает снег на плечах, и по праздничным дням новым крыльям своим дрожь в предплечьях уняв, мы спасались одним, опускались назад, где мы жили с тобой, за знакомый фасад, за фонарь голубой. Я очень рада приветствовать Сережу Купеева, поэта, сочинившего эти прекрасные стихи, сегодня в зале. Вы можете подойти к нему и взять у него автограф. Ну, еще один автор, без которого, ну, никогда не обходятся наши диски, это, конечно, Алексей Тиматков. Вообще, похоже, что никто, кроме нас, Тиматкова и не поет больше. Вот, но что ж, пусть будет так. Мы записали две его песни, одна из них совершенно неисполняема в концертном варианте, минимальными средствами, там какой-то такой, ну, это надо слышать. Вот, а вторая, она такого романсового типа, тоже о детстве. Все твои улитки на одной тропинке, все твои пожитки, ржавые снежинки, этому причиной ножик перочинный, детские машинки, крепкие напитки. Стелится поземка, катится повозка, в океане семга, с потолка и звездка, этому причиной ножик перочинный на трусах. Тесемка в облаках полоска, избегая гнева, избегая смеха, сотрясая древо, возбуждая эхо, этому причина. И все то, что слева, в случае успеха. И две песни Сергея Труханова на стихи Ольги Родионовой. Под нашим старым, усталым, остывшим небом все изменилось понове, дворы, бараки, запах пекарни, очереди за хлебом, галич на старой пленке, сирень во враге. Что-то шепчу, бормочу, заклинаю слово, или пространство я и сама не слышу. Дождь, отгрымев, обрушивается снова ритмами джаза на нашу ветхую крышу. Что ж вы, панове, глядите все суше, глуше? Что ж вы уходите, тускло блестя очками?
Разве забыли, как расцветали лужи, вдрызг разбитые женскими каблучками? Анимали вам синим чертоги рая, больше не видно панове ни звезд, ни окон. Только чокнутый ангел еще играет в дудку, да чешет свой поседевший локон. Дуй золотой, ласкай мелодию неба, слезы вплетая в дождь, зарядивший к ночи. Эй, посмотри же вниз, я стою под небом, всех одиноче, свет мой, всех одиноче. Всех одиноче, свет мой, всех одиноче. Всех одиноче, свет мой. Своих чертей вилами по воде. Как ты там далеко, думаю, что никак. Где ты там далеко, думаю, думаю, что нигде. В майских там небесах, ласточьих голосах, ты в опустевший зал несколько слов сказал. Я, мол, не то что вы, мне, мол, херня война. Мир, мол, меня ловил, а только вот не догнал. Нет бы пуститься вброд, нет бы да компас врет. Как ты там говори, я гляжу свысока, выстрелишь, воспаришь, но не стреляй пока. В общем, с дырой в груди холодно, погоди. В общем, херня война, а ты поживи одна. Ангелом, ангеловой бредни, живи, ведь не сноси головы, не сможешь петь о любви. В общем, поскольку сдох, я больше тебе не бог. В городе дураков помнит ли кто о нас? Спрыгни на облака вниз, на виде мосты. Спас ли там далеко? Думаю, что не спас. Ты ли там далеко? Думаю, ты в огненной вышине. Плачешь ли обо мне? Если у вас сложилось впечатление, что диск наш очень грустный, то это правильное впечатление. Но дело в том, что песни такие, знаете, богатые музыкой, мы спеть не сможем. Есть несколько вещей, которые мы действительно пока не понимаем, как их вообще в концертном варианте можно исполнять. Например, песня «Мои ракеты» Михаила Щербакова, тоже, которая, ну, долгие годы лежала у меня в голове, никак не могла я к ней подступиться, не знала как. А потом придумала как, но так придумала, что спеть ее вот так вот в концертном варианте, сейчас даже не знаю, как это удастся ли хоть когда-нибудь. Там такой мюзикл получился с перьями такой совсем.
Песня Кошелева, лирическая интермедия, тоже сложно себе представить, как ее можно исполнить. Вот так вот в концертном варианте. Когда-нибудь придумаем, наверное, но вот сейчас пока не знаем. А вообще у нас довольно часто так бывает, что песни, записанные в аудиоварианте, так в этом аудиоварианте остаются и никогда в концертах не исполняются. Так тоже может быть. Ну вот, собственно, это все, что мы хотели спеть вам сегодня в первом отделении. Но не можем же мы вас отпустить в таком печальном настроении. Вот, это же будет неправильно. Вы же пойдете с собой, сделаете что-нибудь. Погода испортилась, осень, кошмар. Еще мы вот тут это, Труханов, грустные песни. Ну, поэтому давайте споем в конце первого отделения. Мы исполним нашу отрядную песню. Ну, нашу с Быковым отрядную песню. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Ну перед кем уж мне извиняться, мне предлагают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Ну, согласись, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю, забрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Ду-ду-ду-ду. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, поверьте, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Евгений Быков. Лидия Чебоксарова. Антракт.